Я благодарю вас за ваш ратный труд. Для обеспечения порядка в городе Алматы из бюджета города выделено 12 миллиардов тенге на этот год. Из них более 2 миллиардов на техническое оснащение, материально-техническое оснащение, на довольствие офицеров, на премирование. И это было сделано для того, чтобы вы выполняли честно свою нелегкую работу. Сегодня выделяется 105 транспортных средств. Все это делается для того, чтобы вы были мобильны, имели необходимые технические средства, с тем, чтобы в городе соблюдался порядок. Я знаю, что большинство, подавляющее большинство из вас, таковыми являетесь, честными офицерами. Вместе с тем, вы прекрасно знаете, что и среди вас есть, к сожалению, нерадивые, нечистые на руку офицеры. Конечно, в этот день, накануне праздника, неохота об этом говорить. Но я решил, об этом буду говорить всегда. Поскольку это имеет место, и будем говорить до тех пор, пока мы этого не устраним. Для этого, я думаю, у руководства ДВД есть все возможности. Мы обязуемся, Армжан Смагулович, перед вами и жителями города Алматы обеспечить должный порядок в охране общественного порядка на территории нашего мегаполиса. В канун праздника хочу поблагодарить весь личный состав жителей города Алматы с праздником и поблагодарить акимат города Алматы за улучшение материально-технической базы нашего ДВД. Спасибо.